Каждого посетителя встречает администратор. Как регулировщик на улицах, он распределяет потоки, но не машин, а пациентов. Одних посылает в регистратуру, других сразу на прием. Кроме терапевтов, есть дежурный врач. Он оказывает экстренную помощь. По такой схеме теперь работает поликлиника в Ефремове. Она стала бережливой, экономит время пациентов. Максимально сократили количество бумажной работы. Организовали колл-центр. Первую консультацию можно получить по телефону. Изменили расположение кабинетов. Теперь они сгруппированы по профилям. Даже оргтехнику расставили так, чтобы медперсонал тратил минимум времени. Здесь стало как-то светлее, уютнее. Новые кабинеты здесь. Вы знаете, мне даже кажется, обслуживание стало лучше со стороны медиков. Как-то приветливее, мне кажется, они стали. Убого, тесно, было всегда битком народа, и жуткая участь была в регистратуру. А сейчас все современно, на уровне тульских лучших, наверное, поликлиник. Медучреждение в Ефремове стало первым за пределами областного центра, где внедрили федеральный проект «Бережливая поликлиника». Эксперимент был запущен Минздравом в ноябре 2016-го. Группа экспертов вместе с медперсоналом несколько месяцев разрабатывали программу оптимизации, рисовали схемы пациентопотоков и движения документов. Пилотным регионом стала Ярославская область. Как итог, время нахождения пациента в больнице сократилось минимум в два раза, а качество услуг улучшилось. Оценить, как работает проект в Ефремове, приехал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков. Сегодня уже и администраторы зала, и регистраторы нам демонстрируют то, что они умеют и они знают, как это должно быть. Мы идем правильно. Теперь давайте будем ждать слова благодарности от посетителей, от жителей города Ефремова. Это куда важнее, правда? Ведь все это мы делали именно для них. Ефремовская поликлиника когда-то была общежитием и снаружи выглядит как типовая пятиэтажка. Под медучреждение здание переоборудовали в 1976 году. Капитальный ремонт и модернизацию здесь провели впервые. Бережливая поликлиника – это не только отсутствие очередей. Еще одна цель проекта – медицина должна быть максимально доступной. Для слабовидящих самая важная информация на стендах дублирована шрифтом Брайля. На каждом этаже – контактная плитка. Для колясочников – специальные лифты. Кроме того, пациентам теперь не нужно подстраиваться под расписание поликлиники. У нас изменился график работы поликлиники. Поликлиника у нас работает 7 дней в неделю. С понедельника по пятницу она у нас работает с 8 до 20 часов. Очень удобно записаться пациентам, которые находятся все это время с утра на работе. То есть они приходят в вечернюю смену на прием к специалистам. Поликлиника обслуживает не только Ефремов. Здесь принимают жителей из Воловского и Каменского районов. В будни работают сразу 10 терапевтов. Один специалист в день принимает до 35 посетителей. Есть два дневных стационара – хирургический и офтальмологический. А все замечания пациенты могут оставить на первом этаже на специальной доске проблем. До конца года проект «Бережливая поликлиника» планируют внедрить в 15 лечебных учреждениях региона. Максим Черепанов, Андрей Сенчугов, Первый Тульский.